Страну захлестнула волна протестов, преступности и терактов, поскольку парламентарии не вершат политику, а занимаются подковерными играми и псевдореформами. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин, поэтому призывает президента распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы. По его словам, государством правят люди, не сумевшие завоевать доверие украинцев. И если в ближайшее время не перезагрузить парламент, страну ждет новая волна протестов. У парламентсько-президентській республіці парламент перестав бути центром для прийняття важливих історичних рішень. Ми внесли проект постанови з зверненням до президента України, з вимогою до президента України почати процес розпуску парламента і призначення дочасних виборів до Верховної Ради України.